Этот день не просто дата в календаре, это долгожданный праздник для учащихся и педагогов, руководителей района и Ершовского поселения. Ведь именно сегодня, 1 сентября, распахнулись двери в удивительную страну знаний. Конечно, для каждого из присутствующих на празднике этот день по-своему волнителен. Но для первоклассников и выпускников Савинской средней общеобразовательной школы он отмечен и особой радостью, и особой грустью. Я хочу пожелать нам всем творческих успехов, взаимопонимания, терпения и любви. Школа принимает активное участие в жизни Одинцовского района. Третий год подряд ребята завоевывают первое место в районной спартакиаде. Ежегодно принимают участие в конкурсах и становятся лауреатами районной игры «Зорница». Недаром сегодня глава Одинцовского района Андрей Иванов и начальник управления образования Ольга Ляпистова приехали именно сюда. Сегодня мы с вами начинаем новый учебный год. И 1 сентября – это всегда волнительный день, потому что все мы так или иначе всегда ходили в школу, в вузы, в другие учебные заведения. И по старой доброй традиции в этот день каждый из нас в первый день осени вспоминает свою первую линейку, свой первый класс, своих школьных друзей, свою первую учительницу и свой первый звонок. И, честно говоря, каждое 1 сентября я завидую всем тем школьникам, которые приходят на новый учебный год. Такой вот позитивной ностальгии. В Савинской СОЖ существует добрая традиция – подводить итоги прошлого учебного года и награждать воспитанников за их достижения. Помимо грамот, в этом году глава сельского поселения Ершовская Виктор Бабурин приготовил именные флешки, вручить которые помогли Андрей Иванов и Ольга Ляпистова. Доброе слово – начало доброго дела, говорят в народе. И это доброе слово сегодня есть кому произнести. Уважаемые друзья, ребята, родители, педагоги, сегодня день знаний, день, который возвестит о многом, день, когда звенит первый звонок для наших самых маленьких, потому что есть очень хорошее четверостишье: в жизни каждого из нас был когда-то первый класс, поздравления и букеты, очень нужные советы. К празднику готовились не только взрослые, но и первоклассники. Неробко и очень трогательно они по очереди произносили четверостишье. Для выпускников же 1 сентября наступает уже в 11-й раз, и они обращаются к первоклассникам. Наступил добрый праздник, 1 сентября. Мы хотим пожелать всем тем, кто начинает свой школьный путь, быть настойчивыми, любознательными и старательными учениками. Долгожданный звонок возвестил о начале нового учебного года. Вслед за учениками в школу на экскурсию были приглашены и почетные гости. Условия, созданные силами педагогического коллектива, они оценили, посмотрев учебные классы, столовую, спортивный и актовые залы. Вчерашние проказники, сегодня первоклассники. Начищены ботинки, у всех прямые спинки. Платок в одном кармашке, в другом конфет, бумажки. В портфель собрали малыши тетрадки и карандаши. Пришли сегодня в школу за жизнью взрослой новой. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».